Теперь поехали. Holy card. Что я получил? Что-то, видимо, бесполезное получил. Я сам виноват, типа, бандю как ебанат слил. Ебаный просто. Ну ладно. Тут, в принципе, даже жаловаться ни на что. ВР 11. Или 10, не помню. По-моему, 10, да, ВР. И 11, по-моему, анти было на мать каким-то хуем, старик. Как он сделал на мать больше, чем часто, я, блядь, вообще не понимаю. Это какая-то чушь. Ну, вроде... Так, у него причем нету ни одного хайлайта, вообще ничего нет. А я его стрим вообще не помню, когда он это стримил. На мать меньше, разве? По-моему, у него 11. Не, у него 11, по-моему, на Хаша. На Хаша и Даркруму, по-моему. 11, а на мать 9, по-моему, да. Наверное. Может быть, так было. А, сундук 11, окей. Все. Сундук 11, мать 10. Зверь 3, хаш Даркрум 7. Этот пес нихуя не сохранил вообще ни одного видео. Как ему верить? Может, он пиздит и не было ничего. Все вымышленно. Привет, Скадеф, а почему? Почему запретили? Что у вас случилось? Хули карты. Спиддаун охуенно. Флэшн трусы топ со свои деньги на ласта. Флэшн трусы это же тоже мерзкий айтем, он же конфьюз делает неприятный. Что у них хорошего? Да, сейчас надо без ставки, наверное. Я аж тут же перезапустил. Куда потом ставки быть? Сейчас, конечно, можно сделать на нее. Наверное. Ну, персички не дох... Ну, там сложно, типа, наверное, но хуй его знает. В теории, наверное, нормально, но по факту бывает больше мешает даже. Ну, наверное. Наверное, эти трусы, в принципе, в целом, наверное, полезны этого ласта, возможно. Кто ты? О, прикольная муха. Тут я в безопасности. Я в домике. Я в домике. Вы нахуй идите. Я в домике. В домике. Вот Little Baggy это тоже, конечно, наверное, очень забавно айтем на этот ластан. Забавные бомбы, которые меня могут убить, да? Если у меня будет 0 бомб, я нажму кнопку бомбы. Забавные бомбы. Забавный тринкет.
А, я забыл, он уже даже бомбы не дает. Даже типа хелсап, да? Он даже бомбы не дает, блин. Какая хрень. Так, надо аккуратно. Надо очень аккуратно. Потому что одно нечаянное нажатие бомбы, и как бы... И будет стрик не 0, а минус 1. Это будет совсем уже плохо. Красиво. Вау! Это даже прокатило. Фига себе. Бро. Это реально был бро-момент. Вот это было хорошо. Отскочило как надо. Поиск же в полном говне. Не, у меня бомба не бесконечна, нет, я умру тут же. Ну, спиддаун я уже ел, а, видимо, это будет терздаун. Хелсап, окей. А, вот терздаун. My bad. Вот он. Ну, хотя бы не лошадиный терздаун. Ну, тоже, по-моему, он мертвый. Нет, нет, ни скорости, ни террейта. А, ни мантии. Блин, я хотел закончить стрим на одном ране. Видимо, надо было заканчивать перед тем раном. Нахуя я полез ебаный второй ран делать? Это была ошибка. Надо было на высокой ноте закончить на стрике один. Уйти непобежденным надо было сегодня. Это будет тирейт, наверное. Окей, тирейт я починил. Это лучше. Подожди, это... Не, ну это должно быть лучше. Не, это по-любому лучше. Это не может быть не лучше, чем пакт. Муха. Понял. Ace of Hearts, понял. Привет, Мейджор Лейзер. Я уже, по-моему, все плохое съел, что мог съесть, или я могу есть вообще все таблетки мира. Ничего уже хуже быть не может. Скорость похерена, тирейт похерен. At loss, да. Я... У меня кризис. У меня стриковый кризис. Нужно что-то новое. Нужны новые стрики. Привет, Найна. А Тирзан опять появился, вот он. Можно Тирзап? Стрик на минус стрике. Кстати, что-то в этом уже есть, это правда. Что-то в этом есть, что-то в этом явно есть. Набиваем стрик минус стриков. Хоть какой-то стрик. Блин, все не то. Где скорость? Где тирейт? Вот. О! Так можно делать, я забыл, что так можно делать. Прикольно. А лучше ли это? А хер его знает, а может и лучше. Ну теперь надо нажимать кнопку постоянно. Это мерзко. Мама Омега. Мама Омега. Нужна мне мама Омега.
Где я ее юзаю? Просто на следующем этаже. Правда, блять, я ж не могу заходить в магаз. Клип заказать, я клипы не играю, только звук. Звук через донаты там есть. Под стримом есть. Ладно, я не хочу терять автомат. Тут давайте надо. Да! Я это сделал все равно. Блять. Все это сделал. Спасибо за подписку, ВК. Спасибо большое. Господи, как же он троллит. Я же главное только сказал, что нельзя, нельзя идти, блять, в магаз. Там я потеряю все свои деньги, меня грибы убьют до того. Мануал забери, мануал я заберу, да, это правда меня... Ладно, меня, возможно, грибы не убьют. Возможно, все нормально. Хорошо, хорошо. Хорошо. Магаз-то я уже сходил в магаз, в том-то и проблема. Я уже в магаз сходил, и там все плохо стало магазу. Так. Хорошо. Уйди отсюда. Таблетки как на подбор, конечно. Да, я без мантии. Я уже без мантии. Я где я проебал? Я не помню, где я проебал. Давно? Ой, блядь, давно ран на Киевс 1. Давно, лол. Сидит в ёбой садюк зеленый. Так, чуть меня не убил уже сегодня. Еще в ёбой сидит в чате. А, какаха желтая точно. Какаха желтая затроллила. Дескарта не лучше, чем Ace of Hearts, явно же. А где? А он. Ну-ка. Я могу пауков зав... А, не, я не могу, я уже камни все поломал. Найс, опять этот... Пёс! Иди нахер. Антирейд. Удача. Ну теперь-то мы точно пройдем. С удачей-то уж наверняка. О, Флорид, Кейвс и Даркнесс. Охуительно. А чё бы нет? И вправду. Давайте нихуя тут не буду видеть. В этом ебаном этаже, где миллион слез. Этих уродов летит. Почему бы нахуй и нет? Это ж так весело. Нихуя не видеть. Да, вроде румы нормальные. Ну, у меня Ace of Hearts наготове, но я думаю, меня это не спасет. Скорее всего, меня это не спасет. Что мне дали? Мне дали придурка зеленого. Окей. Ну-ка. У них глазки горят красные. Красивенько. Выкинешь, а что там не так все плохо? Дай дюку. Дюк на нем будет вайзерка играть. Не выкидывай. Может, там у него будет 7 кадров, а не 6. А. Рейнджа мало, да? Рейнджа хватает почти. Так, теперь мне нужна хули-карта одна. Нужна одна хули-карта. И что-то начнется прекрасно сейчас на стриме. Я ничего не вижу, куда она летит? Я ничего не вижу, господи, осторожно. Ну типа хули-карт... Но хули карты я же все равно не получу, правильно? Ага. Интересно.
это предложение безусловно интересное. Весьма интересное. Я даже от него, наверное, не откажусь. Ну вот с клеем это тоже интересное. Ну типа клей тоже, блядь, там шанс. Ну типа я могу через эко-чембер прокнуть хули-карту, и потом могу в секретках прокнуть эко-чембер с хули-карты через другую карту. Ну по факту, типа, меня это спасет вряд ли. Прям очень вряд ли. Это, во-первых, только в секретке работает. Только там. Надо, чтобы эта секретка уже была, типа, на карте обнаружена. Теперь это мог обузить. Ну, обузить. Использовать, в общем-то, даже не обуз, это просто игровая механика. Любимый чар Эден. Арбуз. Арбуз или дыня. Ну, мы пока что живы. А, не, нахуй, я тут сдохну по-любому. Этих ебаных слез. Ну, смотрим сделку, видимо, жмем кнопку. Может даже жмем кнопку в керсруме. Дарим бомбы. Брым бомбы. Глину? Да давайте на все-таки без глины сегодня. Нет у меня это сегодня, это уже настроение глина месить. Не хочу. Долго это, долго, и я думаю, меня это не спасет. Все равно. Долго и полубессмысленно. А, сейчас стоп, я, наверное, нажму даже здесь, да, наверное? Что здесь? О, здесь Тирейтл. Очевидно. Эх, мантия не появилась. Как грустно. Так, Селлар страшно. Пауки страшно. А нам дали шанс. Нам дали очень-очень маленький шанс. Но шанс. Все-таки первые этажи обычно полегче, чем кейфсы. Или тем более депсы. Куда мы там шли дальше? Тут шанс выжить побольше есть в начале. Если я сам не буду троллить опять. Пока хули картами не пахнет. А здесь? Здесь тоже не пахнет, но на то опция. Я был в этом руме, я не был в этом руме. Найс. Хорошо. С мешка, по идее, тоже может упасть холикарта, кстати. Тоже вполне. Ну-ка. Фак. О! А вот это, бля, вот это, возможно, лучше, чем... Чем эта хрень? Я пока что-то ни разу не прокнул, ну ладно. Может на хули карте как раз-таки прокнет. Так, ты мне ничего не дашь, наверное. Парам-пам-пам. Бро. Не надо. Окей. Окей. Это лучше, наверное. Жопный нож, ура. Страшно же, пиздец. Вы что делаете, твари? Да, меня, кстати, мокрого, бэбик. Вот она! Вот она! Вот она! Вот она! Родная, иди, иди сюда. Не прохло, ну ладно. Ладно, ладно. Но я думаю, все на тренинге это заебись.
Тринкет все-таки, я думаю, лучше, чем... Чем удача. О, господи. Слава богу. Теперь у нас есть шанс, что я еще этаж пройду, возможно. Может, даже два. Как получится. А теперь ты прокаешь, естественно. Конечно, теперь ты будешь прокать. Уходи в жопу. Так уже это... Наварился на мне еще троллит в чате. Вот таким быть. Наживается на чужом горе. Не наварился, в смысле? Оставил прошлое? Это не важно. Wait. Я зря это делаю, да? А как это? Как это работает? Типа он реально может заряжать теперь технологию. Это хорошо или плохо? Зачем я делаю эксперименты на этом стрике? Это же вроде не совсем стрик для экспериментов. Это ебучий арт-лост. Слышь, я сдох не как, который сдох как... Как лох. Рейд. Войд. Ладно, пошли дальше. Вообще, я, конечно, мог залочить, вернее, мог не лочить кредитной картой, но... Да, плевать. В принципе, дьявол, по-моему, тоже тут нормально на этом персонаже. Пилюля? Не, пилюля, по-моему, остается в пуле. По-моему. Надо, походу, тапшутить. Вот так, мне кажется, по-моему, тапшутить выгоднее, чем заряжать долго. Тем более, мне всякие эти мамс-контакты прокают. Вроде нормально, да. Вроде неплохая синергия, кажется. Дэн слился в унитаз. Я нажал кнопку, которая может ролить билд, она мне реально порулила билд в 1 хп и с Айзекхартом. А потом я нажал кожу и сдох. Короче, стрик не задался. Все-таки пора, наверное, от Эдена опять отдохнуть. Попробую что-то другое. Нет, это не Аполлон, это Альт Лост. Опа. Подожди. Эх. Так редко этому прокают. Кёрса. Ну, типа, отдых такой себе, но все равно... Типа, это... Что-то маленько другое. Какое-то чуть-чуть что-то отличное. Ну и, по крайней мере, здесь что хорошо. Здесь очень-очень маленький VR. То есть, ну, в теории, тут можно за неделю-две сделать VR, наверное, если прям сильно... упороться. Потому что реально, по сути, два стрима, и ты можешь сделать VR на этом персонаже. Две активки. Класс. В донать? Наверное, пока не буду. Пока, наверное, не буду. Надо просто прям как-то учиться очень аккуратно играть, это очень сложно. Я же умел раньше играть на ласте, я же, блядь, 69 сделал стрик на ласте. Каким хуем я это сделал? Ты, конечно, был лост обычный, а не альт-лост, но ведь было же дело. 69 стрик. Ну реально, раньше было проще. Во-первых, это был лост обычный, во-вторых, это был лост, у которого, блядь, мантия, сука, не одну секунду горит, а, блядь, как надо. Оф, кстати, опять удачу дали. Удачи мне уже нахватает. Давайте, наверное, это завойдем. Дали удачу. Ой, дали демеджа скорости. Тут я не могу войдить. Ну, знаете что, я...
Я об этом пожалею, скорее всего, но похуй. Похуй пляшем. Первый раунд мне насрать. И вообще насрать. Я об этом точно пожалею. Но все же я это сделаю. Заводит может, да, уже нет. Я пойду с D8. D8 все же это хорошо. D8 это сколько? Каску возьми, каску. Похуй на каску, пресса сквач. Уже похуй на все, очевидно. У меня уже скоро 0.5, я сейчас сдохну где-нибудь. Потому что я не могу нет поубежать. Сколько у меня был дэмэдж, я не помню. Мне нужен только дэмэдж, правильно? В основном интересует дэмэдж. По большей части. Дэмэдж был. Дэмэдж был. Чуть больше, чем сейчас. Как минимум. Да вы нахуй троллите. О, конжоинт. Ага. Хоть что-то. Хоть конжоинт. Да, забег последний в любом случае. Интересует не сдохнуть, наверное, интересует. Но не так сильно в этой игре. Блин, синергия, конечно, огонь. Аккуратно. Карманы, пох. Орбиталка, она очень хуёвая. Орбиталка, ей очень неудобно пользоваться. Я не хочу на нее рассчитывать. Ну, тем более, конжоинт вроде прикольно. Конжоинт вроде хоро... Не дай бог это нажать нечаянно. Да вы угораете. Какой 5 дэмэдж? Чё, твари? В смысле 5 дэмэдж? Верните дэмэдж твари. Где мой дэмэдж? Меня все отобрали. Вау. Вау. Хули-карта? Эни хули-карта? Индис Кейвс. Хули-карта сейчас... Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Пины. Ябучие пины. Герой. Вообще даже с 5 дэмэджа что-то как-то все умирают довольно лихо. Наверное, из-за тирейта. Ну да, типа, вообще как-то... Как-то вроде как будто у меня нормальный билд. Это же неправда. У меня вообще ничего не меняется. Не, дэмэдж, по-моему, 5 уже 3 ролла или 4 ролла подряд, и дэмэдж 5. Он просто не меняется. Он просто не хочет меняться. Этот дэмэдж 5. Он зафиксирован. Вылазь, тварь. Тролл. Во! 10 дэмэдж. Найс. А столько было, да, наверное? Я ничего особо-то и не нашел. Ладно. Наверное, оставлю. Скорость дали. Ты не дошкол, правильно? Ты чуть не встал. Плохо. Все нахуй, лучше выкину. Данг депс это плохо. Данг депс это плохо. Все еще нету пули карты. Ябучие пины, господи, как же вы мне дороги. Каждый раз их вообще не жду. И каждый раз они есть. Это я их не жду вообще. А у меня просто безумно ключей много. Просто невероятно много ключей. Я тебе все ключи отдам. И вообще насрать. Я же локеры открою. Просто насрать. Еще дам тебе ключи, давай. У меня их очень много. Класс. Класс. Просто классно. Привет, Грей.
и бомб довольно много. Ты можешь умрешь? Был бы это лост обычный, так конечно было бы намного лучше, но... Но тоже, наверное, пойдет. Я могу забирать это... Мама. Это хорошо, но это опасно будет, наверное. Но это очень хорошо. Это вроде очень сильная синергия. Все будет умирать очень быстро, но не особо прогнозируемо. Наверное. Золотая брим-бомба, вау. Привет, Геллингер. Ну. Вопрос со смерти, по идее, особо не стоит уже, наверное. Вот это я не беру точно, нет. Не, это я не беру и фармить дангдепс. Я в рот ебал фармить дангдепс. Тупая идея, по-моему. Это теперь я могу проверять, правильно. О боже. О боже. О, это еще и спан, окей. Вау. Вау. Не, ну билд интересный. Я же говорю, чем он прикольный, этот лос, на нем билда, билд на нем собрать вообще как нехуй делать. Очень легко можно собрать почти всегда билд. Вопрос только в том, что надо находить хули карты и не получать поебало лишний раз. Я помню, да, ну типа... О, найс. Так, все. Хули карту активировали. Хули карта еще и прокнула. И теперь, в принципе, я могу взять хули карту с собой. Если что, потом еще что-нибудь другое могу забрать. Но теперь хули карта зафиксирована в эко-чембере. И теперь насрать на все. Почти на все. Офигеть. Не, ну, DPS, DPS такой ябущий. Пины. Пины! Опять пины меня хотят выиграть. Опять пины сильнее меня. Так. Карта. Это будет холи карта. Ты будешь холи карта, окей? Да, там Ancient Recall или какой-нибудь Warp, возможно, кстати, даже. Даже. Фиг, да нахуя мне эта кредитка нужна? Она не особо нужна. Джастис? Нет, Джастис это тролль-бомба, да. Я не буду нажимать Джастис. Это опять же лишний риск. Какой приятный билд. Просто так охренеть. Какой билд. Чариот, чариот. Да, наверное, тоже. А зачем у меня? Чтоб я не мог это стрелять. Все, знаешь, никого не убью чариотом в поздней игре. Только будет мешать это. Будет, как сказать, сбивать темп игры. Тоже плохо. Уничтожено. А, мне уже похуй, давай, этот дэмэдж мне хватит, наверное. Кстати, мальчика больше фармить нельзя, правильно? Я уже почти хотел фармить, а потом понял, что это опять не Afterburst Plus. Это не та игра, тут мальчики так не фармятся. Все. Какой DPS ап. Уф, уф. Как же все красиво разбивается. Нахер. Нахер, нахер. А, негатив? Я же в чест иду.
Я же не могу брать негатив. Мы же идем на этого, да, на Blue Baby-ка. Все правильно. Эта версия лучше ли? Эта версия по-своему особенная. Лучше, наверное, кому как. Мне она нравится больше, чем в FTBrus+. Потому что, по крайней мере, посвежее игра выглядит. Она реально похожа как будто на другую игру. Очень много изменений. Не все, конечно, хорошие, но... Но в целом вроде нормально играется. Хороший этаж. Стрик близнецами? Нет, они мне не особо интересны. Так что, наверное, не будет такого стрика. Охуеть. Нахуй, валим. Валим, валим, валим. Не зависло. Жадный, конечно, жадный. Что это нахер? Че, мне эти грибы дадут уже? Даже если я его найду по итогу. Эти румы с этими трибутаторами — это просто беда. Они такие мерзкие. Ебать, там тусовка полетела. Блять. Их много. Закончился. Не, патча не было. Пока ничего не было. Томат. Мама. Ненавижу эту комнату. О! Они эту руму вроде как-то починили, да? По-моему, Данте получал unavoidable damage. Или может с этой стороны unavoidable damage. Я сейчас damage не получил. Потому что я отошел в сторону. Но тут можно было легко потерять мантию, просто как нехуй делать. Там прям вообще места нет. Я бы чуть-чуть сейчас вниз бы дернулся, и все, я бы тут же сдох бы, наверное. Очень страшный рум. Вот. Ушли непобежденными. 1 стрик. 1-0. Ура, фьючер 1, альтлос 0. Вернее, альтлос 1 и фьючер 1, а игра 0. Найс. Господи, вот это победа, вот это скилл, вот это просто почти ВР. Невероятно. Гол? Ну, у меня PB же написано там 5. Хочу хотя бы больше, чем 5. В идеале, конечно, больше, чем 10, но... Что-то я не чую, что я могу сделать 10 стрик. Наверное, не могу, потому что я как мудак играю. Сильно надо это... Осторожно играть, я так что-то не умею пока.